2 февраля исполняется 70 лет Сталинградской битвы. Завтра в Москве президент России встретится с участниками Великого сражения со всей страны. Чувашию на встрече с Владимиром Путиным будет представлять Алексей Алексеевич Яковлев. Провожала ветерана и наша съемочная группа. Алексей Алексеевич в 19 лет ушел воевать. Был танкистом, героически прошел всю войну, принимал участие в боевых действиях на Западной Украине, участвовал в войне с Финляндией, под Киевом, в Харькове, Львове. 9 мая война для солдата не закончилась. Пришлось еще воевать с Японией. Демобилизовался лишь в 1946 году. Но самой тяжелой битвой в своей жизни считает Сталинградскую. В этой битве за город сражались более 1,5 миллионов советских солдат. Были задействованы 400 танков, 500 самолетов. Сталинград освобождали много уроженцев Чувашии. А в 36-й школе Чебоксар работает музей боевой славы Сталинградской битвы. 26 июня пришлось уже около Сталинграда быть. 26 июня уже я начал в составе 91-й танковой бригады защищать Сталинград. В Сталинграде я был ранен и контужен. Войну, вернее говоря, освобождение Сталинграда начали 19 ноября 1942 года и освободили уже 2 февраля 1943 года. Алексей Алексеевич в Москве встретится со своими однополчанами, вспомнит боевые будни и тех героев, кто отдал свою жизнь в одной из самых кровопролитных битв истории.